Всем привет, дорогие друзья, с вами Даридио, у нас обновление в блокаде, план победы, давайте посмотрим. Вот, прибытие на фронт, в общем, пожалуйста, поддержи меня пальцем вверх и подписчика на мой канал, будет больше серий обязательно. Давайте наберем уже плюс 100 пальцев вверх. Так, значит, тут появились вот именно вот конкретные задания, смотрите, 1945 год, окопы, руины, окружение, давайте в окопы пойдем. А, нет, там, наверное, все занято. Очень много онлайн человек, кстати, не забывайте про клан. 8 человек всего, что так мало, блин, ребятки, вступайте в клан, там много у меня свободных мест. Идем на сервера. Так, давайте окружение туда пойдем. Так, окей, авто. Что я тут должен использовать? А я не могу ничего не использовать, у меня конкретное оружие, ребят. То есть пистолет, это все... 1945 года оружие. Другими пользоваться нельзя. Ладно, давайте пойдем. Так, так, так. Так, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, а потом вот так вот. Потом вот так вот. Боже мой, что ты говоришь? Прекрати. Так, ладушки, шоколадушки, где мы? Тут ничего нельзя пробить. Тут ничего не ломается. Я вижу его. Я вижу их. Отлично, один готов. У меня есть лопата. Пистолет. Есть кубик. Есть автомат. КК. Боже мой, что ты несешь? Уху-ху, тихо-тихо-тихо. Напугал меня. Так вот. Идем дальше. Где они? Где все наши? Ладно. Готов. Готов, чувак. Блин, мне нужна аптечка. Мне... Я не успел взять аптечку. Ладно. Ничего страшного. Мы только учимся. У нас много жизней. А точнее, их очень много. Бесконечное число. Пока время не закончится. Да. Было бы так на войне, да? Погиб и начинаешь с респаунта. Боже мой. Что ты несешь? Да и так просто, ладно. Не берите в голову, не воспринимайте мои слова серьезно. Эй, откуда? У меня другое оружие появилось. Каждый раз новое, что ли? Но с каждый раз мы другое, с другим оружием ходим. Ладно. Так, интересней. Так мало патронов там? 6 патронов всего лишь. А, ну ты наш, ладно. Тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Где они? Где враги? Так, судя по карте... Я не знаю, куда нам идти. Ладно. Пойдем куда-нибудь вперед. Может, там что-нибудь найдем? Видите, тут грибы растут, нет? Если бы росли, мы насобирали бы. Сварили бы грибной суп. Ладно. Тут разрушаемости нет. Разработчики решили сделать без разрушения. Что такое? Кто здесь? Так, ладно. Вообще нам надо в центр, да, наверное, идти? Чтобы захватить эту точку. О, блин! Блин, я погиб. Ну, мы постараемся все-таки выжить. Вот, так что, ребятки, хочешь больше серии по блокаде, ставь палец вверх. 100 пальцев вверх набираем. Снимаю новую серию. Так, если будем постоянно так делать, набирать, то я буду много серий снимать. Да, чаще. А когда уже будет 100 тысяч подписчиков, там вообще лафа будет. Будут всякие нарезочки крутые. Я буду чаще с вами, чаще стрим устраивать. Стримы уже будут запланированы, я заранее буду вам говорить. Нормально. Так, ты кого-нибудь еще видишь? Я нет. А ты видишь? Я тоже никого не вижу. Слушай, а где второй? С кем я разговариваю? С кем? С кем я разговариваю? Я в твоей голове.
А, ты в моей голове, я ж шизофреник? Нет, не говори так про себя. Не надо себя ругать. Так, ладно. Получай, ты получай, получай. Фу-фу-фу-фу. Можно подобрать, нет? О, окоп. Блин. Там что, растяжка была? А, этот забежал, другой партнер. Ладно. Нам дали автомат. С ним будем мы играть. Так, ладно. А чем еще есть граната? Есть? По-любому же должна быть граната. Где граната? Нет никакой гранаты. Ну ладно. Так, так, так. И, то есть, выполняя миссии до 15-го, по-моему, или до какого-то идет, вам какой-то потом ништяк дадут. Так что есть хорошая возможность выиграть что-нибудь крутое. Отличиться, чтобы. Тут все на равных идут. Если у кого-то там есть леди, у кого-то нету, то тут уже конкретно играйте на равных. Вам дали автомат. И все, и только ваш профессионализм отличает вас от оппонента. Ладно. С лопатой, конечно, не айс. Сейчас чем нужна лопата, если я копать не могу? Ладно. Видимо, бить по голове. Самый эффективный способ. Так, так. Я вижу там кого-то. Осторожно. Осторожно, ребят, осторожно. Осторожно. Я переживаю за вас. Почему ты по мне стрелял? Блин. Да ё-моё. Сколько раз я погиб уже. Чёрт подери. Ладушки, шоколадушки. Сейчас мы затащим. Я просто не сосредоточен был. Так. Готов один. Второй готов. Моим напарником. Ёлы-шпалы. Не получилось. Они давно уже играют и знают. А! Некоторые кубики можно разрушать, это видимо, которые не сами построили. Да почему у них такие оружия сильные? У меня нет таких оружий. Выбрать нельзя другое оружие. Ты где-то тут. Ты где-то тут тусовался, я тебя видел. Куда ты испарился? Я его потерял, кажется. Так, ладно, давайте посмотрим, что там дальше у нас. Сзади оказался. Блин. Все, теперь они меня не найдут. Кстати, давайте попробуем на крышу залезть. О, какая крыша. Недостроенная. Может, достроим крышу? Че, ништяк? Блин, снайпер. Точно выстрел меня в голову убил. Тран-та-та-та-тан. Сейчас мы найдем вас и застреляем. Так, подлечились. Да кто там опять сзади показался? Ё-моё. Фиговасто, я немножко играю. Ты куда смотришь, бро? Так. Хороший кадр. Так, ну где красный-то? Идею крышу надо бы достроить. Блин, опять меня шмаляют там. Отовсюду. Мося тема. А как массину использовать? Тут массина, видимо, есть.
Короче, нас сейчас вообще окружают как могут. Ну и где вы? Давайте покажитесь. Я вас не вижу. Где вы спрятались? Ау. Ау, ребятушки. Ну. Я тебя заметил. Блин, у тебя шапка красная, а ты сам синий. Боже мой, синий — это моя команда. Как же я так лоханулся. Так, ладно. Я на шапку смотрел. Зачем надел шапку? Чтобы маскироваться под своих, наверное. В принципе, умно. Там. Надо было тоже одеть красную шапку. Ты молодец, ты меня обманул. Так, ладно, ладно, ладно. А своих еще проще обманывать. Он подумает, что это свой, и не будет стрелять в него. Ясно. Так, я вижу тебя. Отлично, убили. Убили. Так, опа, никого нету. Я там вижу одного, я вижу одного. Блин, там, кажется, еще кто-то был. Давайте попробуем пробраться. Кстати, никого нету. Они уже спрятались. Тут какие-то развалины. Все, их нету уже. Я никого не вижу. Главное, чтобы меня никто не видел тоже. А если я никого не вижу, а меня видит, то это плохо. Ладно, идем назад. Так, вон я вижу, там что-то красное мелькало. Красная кофточка или рубашка или майка. Блин. Блин. Вот же шляпа. Блин, я даже аптечку не успел взять. До 500 играем, да? Да уж, стрим надо было сделать. Я вам просто хотел обновление показать. Вот. Потом посмотрю, если действительно будет по много пальцев вверх набирать, тогда уже буду там какие-нибудь полные серии снимать. По 40, по 30 минут. Чтобы уже до конца сделать катку. Вот, ну, в общем, все, что я хотел вам, я показал. Давайте последний раз сыграем. Так, где я, на каком месте? Я за синих играю. А, я себя не вижу. Моя же синяя команда. Блин, я даже не успел аптечку взять. Ну, в общем, советую поиграть, ребятки. Довольно-таки неплохо. Мне понравилось. Потом еще раз поиграем. С вами был Дарите. Всем до скорого. Пока-пока. Всех с праздником, всех с 9 мая, хотя уже 10, но все равно. Всех с праздником, ребят. С Днем Победы. Пока-пока, ребят.